одна ракетка есть, отражающая. Ой, стоп. Вот так. Летчер готов к высадке, командующий. Ждет, когда вы зачистите территорию. Конец связи. Да, я бы из него и без него справился. Но, к сожалению, тут так не предусмотрено. Еще один командующий погоды не делает. Тебе никогда не победить меня. Приземлился, вижу цель, полковник. Какой он эмоциональный, этот комп. Отправимся домой. Конец связи. Хекс-5 находится на юге от местоположения Флетч. О, да. О, да. О, да. Слышали, старика, командующий? Уничтожьте Хекс-5. Интересно, как Брекмен отнесется к тому, что ты его называешь стариком? Окажите поддержку Флетчеру. Конец связи. Противник начинает атаку с юга. Подождите секунду. У него там несколько прототипов, так что будьте готовы. Конец связи. Программа преданности доктора Брекмана поработила миллион. Это на его совести. Программа преданности? Ай-яй-яй, вот это нехорошо. Бля, идите уже. Вот о чем я говорил. Достигнут Ту-3. Начинаю производство боевых единиц. Да, не получилось создать второй. И бедная эта Амалия. Отправляем чертежи воздушного транспорта Ту-3 «Континенталь». Конец связи. А что нам там отправили? Вспомнил. Но это нам кстати. Вот, короче, что нам отправили. Одного сделаем в ускоренном режиме. Блин, такую штуку разрушили. Ну да ладно. Все равно, когда Кина нас нападет, нам будет пофигу. Неплохое у него количество здоровья. 18 тысяч. Только начинает строиться. А я ему тут подмогу привел.
Моего толстяка уничтожили? Сволочи. Они убили толстяка, сволочи. Толстяк должен был жить, а они его убили. Ничего, мои воздушные фабрики отомстят им. Вот как я уплю по ним, видите? Сколько мавровых снарядов идет. Ну как вам столько толстяков? Я же не идиот отказываться от технологии Эона только потому, что я играю за ОФЗ. Еще три колосса. Неплохо он так. Но зря он так рядом их строит. То есть, ну вы подумайте, вот зенитки и это бомбочка прилетит от бомбардировщика, которая бьет по площади ядерная. И все, и капец ему. Начинаю развивать экономику, командующий. Конец связи. Он генерал Флетчер. Я полковник. Какого хрена он мне докладывает? Ну вот подумайте, где, блин, субординация, где хоть какая-то логика в этом? То есть, обычно младший, я докладываю ему, а не он мне. У меня, блин, полк, 500 человек. Ну это полк будущего такой. В будущем такие полки будут по размерам. В принципе, я и сам скоро тут все раздолбаю. А ну-ка, давай-ка. Я ж могу вот так вот открывать. Бабах. Вот и все. Долбите мавры. Много мавров. Я люблю, когда много мавров. А, вот, этот транспорт. Прекраснейший из транспортов. Итак, мы сейчас будем учиться работать с транспортами. Вот, допустим, назначим ему патруль. Мы его прижали. Вот, видите, это такой транспорт. У него есть щит, силовой купол. Перевозит боевые единицы ТУ-1, ТУ-2. У него запас топлива хороший. Щит я скажу, какой у него. У него есть также, ну, оружие, чтобы атаковать. Сейчас вы в этом убедитесь. Ай-яй-яй, много штурмовиков. Бедные мои колосики. Вот, видите, у него есть ПВО. Слабая, но хватает. Щит также у него не очень хороший. Но опять же, хватает. Три толстяка. Итак.
и будем производить эти транспорты, наверное. У него 4500 здоровья и место для 28 юнитами. Вмещает 28 боевых единиц, в принципе. Но у меня вопрос в другом. Он этих может поднимать? Видите, может. Ну, то есть помощника командующего. Может даже командующего поднять, наверное. А ну-ка. Да, может командующего. Поднимем, например, инженера. А попробуем поднять юнит третьего уровня. Ну, мы же уже подняли инженера третьего уровня. То есть он не только ТУ-1, ТУ-2 поднимает. Итак, как вы видите, вот как он замечательно выглядит. Также можно высаживать. Полковник, приглядывайте за Флетчером. Он в последнее время как-то странно себя ведет. Да я заметил. Слишком близки к завершению, чтобы позволить себе недостаточную подготовленность. Конец связи. У меня несколько толстяков запущены в производство. Вообще-то в армии, в настоящей армии, если психические проблемы у человека, то его отстраняют от службы. Но здесь, видимо, этот Флетчер, ну то есть, ну не хочет этот генерал сам выйти вместо Флетчера и убрать, в общем, свою задницу с дивана. И поэтому мучает бедного психа. Именно бедного психа. И вот еще что. Вот есть такая штука, как перевозка. И вот транспортный маяк ОФЗ появляется. Как это действует? Как это работает? Заодно и проверим. Поднимите в воздух самолет-разведчик и определите местоположение ХЕКС-5. Он замаскировался. Я не могу получить цель. Конец связи. Так вот, видите, я направил, щелкнул правой кнопкой мышки на маяке, и юнита сразу же перевезли сюда. Таким образом можно делать переправы. Также можно сделать, чтобы сразу с фабрики шли на переправу юниты. Или же вот так вот сделать. Вот видите, залазит. И его переправляют. Кроме того, никто вам не мешает задать маршрут через Shift. Вот такой вот. Например. И давайте проверим, что получится. Вот, я послал рабочего туда. Вот уже, как видим, переправили. И он следует маршруту. Правой, левой кнопкой мышки за.